день, уважаемые коллеги. Сегодня 13 декабря 2022 года, и мы проводим с вами плановое заседание, завершающее календарный год. И надеюсь, что завершим сегодняшнюю работу четко, организовано все как обычно. На заседании присутствует на данный момент 8 депутатов, один депутат немного задерживается в связи с транспортными проблемами. Совет депутатов правомочен, предлагаю начать заседание. Будут возражения? Нет. Благодарю вас. На заседании предлагается рассмотреть 9 вопросов. С повесткой дня вы были ознакомлены заранее, поэтому ставлю на голосование и предлагаю проголосовать за предложенную повестку дня. Кто за данное решение, прошу голосовать. Единогласно принимаем. Вопрос о расходах будет составлять 25 803 800 рублей. Также бюджет сбалансирован. 12 декабря были проведены публичные слушания по проекту бюджета. Предложения и замечаний не поступало. А что может подтолкнуть совет депутатов к подобному решению? Транспортные услуги, к примеру, да, какие-то, может быть, мероприятия. Смотрите. План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления на 2023 год включает в себя мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово-Северное по противодействию коррупции. Также мероприятия по совершенствованию деятельности по осуществлению закупок для нужд муниципального округа. Мероприятия по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также мероприятий по информированию жителей 2025 года. Реализация программы направлена на формирование и развитие условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы. Также в программе указаны основные характеристики бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года. То есть изменения именно то, что индексация с 1 декабря пошла индексация коммунальных услуг, вывоз ТБО, и в соответствии с этим мы делаем изменения в бюджет. В соответствии с федеральным законом от 24 июня 1998 года об отходах производства и потребления, постановление правительства Российской Федерации от 30 мая о ценообразовании в области обращения с твердым коммунальным отходом. Какие дополнения? Все библиотеки подали план мероприятий.